Я очень быстро вывожу мужчин на чистую воду. Уже после недели общения со мной я вижу, что он какой-то нервный, дерганный психопат. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Заметили такую интересную тенденцию? Часто женщины там в тиктоках, шмоках гордятся типа тем, что я так филигранно выношу мозги, мозги кушаю чайной ложечкой, да я вообще там вынос мозга. Они этим говорят, типа вот я такая, вся такая, что как брызги шампанского, непредсказуемо куда полечу. Да, ребята, а представляете, была какая бы реакция у чайчик, если бы, допустим, мужчина говорил бы типа: ребята, да я такой абьюзер, я такие лещи им раздаю, ну я вообще такой красавчик, да я бухой прихожу целыми днями, пержу, хожу по хате, да и ни хрена не делаю, да вот это я мужик, да. Чтобы чаечки налетели, напишите в комментариях, что бы они сразу бы по этому поводу сказали, а?